Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока «Полнота ЦИ». Как это понять, полнота ЦИ, и как это, извините, может пагубно для нас, либо для нашего с вами организма и жизни сказываться. Это пагубность полноты ЦИ. Хотя многие скажут, ну полнота ЦИ, человек наполнен энергетикой, это же хорошо. Я приведу одну цитату. Один мудрый человек сказал, человек в этом мире, либо в этой жизни должен жить в нужде. Когда он в нужде, он всегда в поиске. Когда он уже насытился, он уже начинает что? Немножко зажираться. Итак, давайте по очередности. Что такое полнота ЦИ? Это достаточное количество ЦИ в нашем организме. Но эта полнота ЦИ может что? Породить ненасыщенностью. Какой? А вот не может человек насытиться этой ЦИ. Потому что ее в полном объеме достаточно. Человек познакомился со всеми энергиями, которые живут в его организме. И что он хочет? Он хочет, что разнообразие в жизни. Он хочет, что единообразие, однообразие и монотонность свою прекратить. И начинает, как сейчас модно говорить, впадать в всякие тяжкие грехи, которые только человечество знает, либо породило. Вот чем полнота ЦИ негативно может сказаться в нашем организме. Потому когда человек чувствует, что в нем полнота ЦИ, он эту ЦИ должен из себя немножечко выводить. И данная точка ВЦ5 Шимень нам в помощь. Данная точка расслабляется, избыток убирается с этой точки для того, чтобы что? Опустошить каналы для приема новой ЦИ. Почему? Потому что полнота ЦИ, мы еще не сказали важный аспект, она может породить застойные явления ЦИ вообще в нашем организме. Нет обмена с природой. Он нарушился круговорот. Вследствие чего? Что в человеческом внутри организма, на энергетическом уровне, образуется заболотистая местность. Вот и все. Вода там отравленная. Наша энергетика потихонечку отравляется полнотой ЦИ. Чтобы этого не происходило, нужно что? Спустить через плотину застоявшуюся воду, вследствие чего застойной воды придет новая водичка. Спасибо за внимание.